Дисклеймер. Привет, Рит. Сегодня мы с тобой продолжим проходить Лего Бэтмена. И, по-моему, первую главу мы полностью прошли, теперь пошли на вторую. Интересно, почему с водой? Вечно пал. Вряд ли же будет какой-то подводный мир, правильно? Ну да, все та же карта города, сюжет. Или тебе, типа, нам хотели показать, что у него есть разный транспорт. Нет, смотри, под водой-ка. О, вот, новые злодеи, я же говорил. Если будет в каждой главе по-разному злодея, это будет круто. Женщина-кошка, вот, я же сказал, Бэйн. Пингвин. А тех двоих я не узнаю. Какой-то ящер, не знаю, а второй вообще. Фиг его знает, кто это. Ух ты. Летучая мышь. Ну, Морбиус это был в Марвел. А это что за хрен? Прикольно. Так, значит, еще 5 злодеев может быть в третьей голове. А теперь думаем, какие там могут быть злодеи. Ну, по-любому, Джокер и Харли. Кто-то электрический должен быть. Если в DC по-любому должен быть кто-то электрический, вот он должен быть. Не знаю, посмотрим, короче, посмотрим. Музыка прикольная. Так, Селина Кайл, или же женщина-кошка. Прирожденная воровка с тягой ко всему роскошному. Как же долго печатается текст. Будучи невероятно ловкой и быстрой, она прекрасно действует своим хлыстом. Все отлично. Сколько еще касцен будет? Я могу ошибаться, но вот эти вот прыжки на руки, на ноги, это аж... Ну, ты передвигаться будешь дольше, чем просто пробежаться, нет? Почему вот эти понты? А вот это ты кому стала? Подожди, у нас была первая машина, второй... Катер, а третий, что там будет? Самолет? Я просто забыл, что там было. О, хорошо. Так, о, сразу синий манер. Ой, извини. Просто крысе вмазали все. Так, лицо. Да что ж такое-то, а? Всех крыс на районе побил. Тебя не убил, вот так. Слушай, а ты что ко мне побежал? А почему тут... А, это бандиты. Они, по-моему, в зеленых костюмах в прошлый раз были, правильно? Вот опять вот это вот не работает. Давай так, 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 так. Ну, точнее, нельзя это двинуть. Я думаю, да, кто-то очень сильно. Как взорвалось? А что меня взорвало? Ну, здорово, там монетки исчезают. Что-то меня взорвало вообще. Столб нельзя сломать, хотя он из лего состоит. Ну, тут смотри, похуже работали, чем над этим, Лего Стар Варсом. Тут больше объектов именно сделаны в 3D-редакторах, а не просто из лего. Хотя лего тоже 3D-редактор. Неважно, короче. Тут вообще, вообще не постарались, смотри. Просто по минимуму лего. Так, так, так. В целом, да, так хотя бы понятно, с чем взаимодействовать, но прям настолько... Хорошо. Монетки собираем. Так, как мне... Да, там я еще и до монеток не могу добраться, прикинь. Зашибись. Собирай давай. И что это за машинка? Так, я могу там... Ой-ой-ой-ой, какое управление паршивое. Так, давай. Монетки могу забрать. А на машине могу забрать. Почему он тогда человечка не мог забрать? Да, во-первых. Во-вторых, нафиг нам эта машина? Да что ж такое? Фух, ну я хотя бы выжил. О, монетки. Я могу просто вот так вот. Да, не особо там. Ой, вон, вон машинка, я вижу, утонула. Слушай, там на дне еще что-то нарисовано. Это, наверное... Вот опять, я не знаю, как нырять. Наверное, для того, чтобы нырять, нужен какой-то определенный персонаж тоже. Какое-то пресноводное. Вот, либо ящер сможет нырять, либо кто-то еще, наверное, в третьей части. В третьей части Джокер... Харли, наверное, кто-то, кто может нырять. Кто-то электрический, я думаю, должен быть. Так, давай вставай. Она падла. Угу.
Так, ну это сколько? Это 4. Кто пятый может быть? А вот машинка для чего была. Упс. А нет, я там все равно рычаг бы не смог дернуть тогда. Собрать. О, машину установили. Там все равно я не проеду, так что оставь себе. Так, это у нас туда, как я должен пройти. Ага, вижу, где-то вот. Это, видимо, сверху я должен пуститься, правильно? Так. Ой, а слышишь? По заднице. Он мне пнул. Ой, извини. Хотя нет, не извини. Ты получил за то, что не приклал мою спину. Так, давай. Сюда иди. Хорошо, хорошо. Ой, а ты откуда сзади там лежал? Так. Верни, стой. Монетка, хорошо. Так. Да хватит тут пин... Он всех животных тут замучил. Он всех крыс отпинал вообще. Так, это Робин, он железный костюм, я думаю, да? Да, железный. Ну, магнитный. Блин, фиг. Да хватит. Итак. Так. Ну, я так понимаю, потому что вот сюда вот наверх. Может только Бэтмен забраться. Подожди, а Робин где-то вот с этой стороны должен забираться. Все равно нелогично, ладно. И куда? Туда нельзя. Значит, куда-то. Ну и в чем прикол? Для чего мне эти ножки? Типа по веревке этой забраться, но я сомневаюсь, честно говоря. Короче, даже пытаться не буду. Потом в свободном режиме разберемся, зачем это все. Так, хорошо, спрыгнули здесь. Забрали. Лестница. А это чтобы лазить? Ладно, они чтобы драться с ней. Так, и монетку... А, синюю мы не можем забрать. Я на тебя могу запрыгнуть? Нет, это не в этой игре. Ладно. О, фиолетовая монета. Но это тоже надо кто-то, кто высоко прыгает. Ладно, просто пошли дальше. Вот здесь, наверное, я сломаю и тогда... Спарирую, короче, и вверх смогу подлететь. Так, бочонки тоже есть. Хорошо, раз, это уйди. Это можем? Можем, отлично. Ух ты это! А, вот это что это было. Это были пингвины-камикадзе. Офигеть, это теперь мне блоки надо как-то... Вот что там находит? Там я видел, что-то есть. Но я не могу посмотреть, что там. И теперь надо будет очень аккуратно играть, потому что у нас теперь есть... места, короче, которые мы ломаем, и оттуда будут вот эти вот пингвины-камикадзе вылазить. Да нифига себе. Зачем так надо вообще? Для чего? Так. Оп. Ой, ты аккуратно. Слушай, это плохая идея. А ты вот так спрыгнул? Могу? Нет, стекло, наверное, разбивать можем именно специальной пушкой Бэтмена. Ой, я вижу этого. Пингвина. Куда ты там? Знаете, я понял. Во-первых. Во-вторых. Да, стекло мы сейчас не сможем разбить. Дай-ка, да подними. Слышь, ты какого фига линию занимаешь? Давай вот так. Так-так. А, монетка упала. Прям вниз. Так, ну это лестницу какую-то построим, да? Очередную. Да, отлично. Лестницу я уже увидел за последние 2 минуты больше, чем за свою жизнь. Ну, за 8 минут, ладно. Да, господи, да залезь ты по лестнице, наконец-то. А, все? Никакой касцены? Да вы их так любите вообще. Так, давай так. Хорошо. Иди. Есть. Нет, прекрати. Да хорош, подожди, у меня... Я с мусоркой дерусь, ты что, не видишь, а? Господи, заколебал. Так... Так. Кто о чем вообще? Бандиты с Бэтменом дерутся, а Бэтмен дерется с крысами. Я дерусь с мусорными ведрами вообще. Так, давай сломать. Я его уже увидел, но было поздно. Там я не вижу что. О, наконец-то, летающий костюм. О. Ну и как-то, ага. Подожди, стой. Сначала собираем монетки. Хорошо. И давай отсюда сразу полетим. Да, зря я сразу оттуда полетел. Монетки не собрал. Да, ты что? Куда ты уже собрался прыгать? Только не надо тут монетки давать, я вас умоляю. Они сейчас в яму попадают, и все. А, вот одну дали, спасибо. О, я вас вижу. Че вы тут голубые стоите и на крыше-то?
Нет, спрыгивать я пока... А куда мне спрыгивать? Влево, вправо, вниз, вверх? Давай так. Ну это обычные какие-то, видишь, рабочие. Ну они не похожи на бандитов. Обычные рабочие, почему они со мной дерутся вообще? Городок криминальный, слушай. Так, хватит, откуда вы взялись только? Уйди, я крышу ломаю. Я борюсь со злом, я ломаю крыши. Нет-нет-нет, монетки не исчезайте. Нельзя. Хорошо. А хотя, что я напряг... Ты куда? Ну куда ты? Цветы на крыше будешь садить? Подожди, это во-первых. Во-вторых, что? Ну какого... Это что за Мэри Поппинса, блин, нашлись? Ты на крыше сажаешь цветы. У тебя вообще с головой проблемы, что ли? Ты вот так живешь всю жизнь в пещере, и потом сажаешь цветы на крыше. Прям в бетоне. Или в асфальте, или из чего там крыши делаются. Господи, он продолжает это делать. За это, надеюсь, хотя бы черный бочонок зайдет. Правильно, не зря же я этим сумасшествием занимаюсь. Да, так. Хорошо. Ну а чё сейчас синий, нельзя было монеты дать? Чё я бегал? Машинка, зашибись. На крыше то, что надо. Серьезно, ух ты, вау. О, посадил цветочки, еще и уничтожил их. Ой-ой-ой, как этим трактором, а? Тяжело управлять. А, это каток еще. Точно. Ты каток поместил на крышу. Нет, это даже не каток, это знаешь, как асфальт на улице чистят. Тут это вот, щеточки, видишь, по бокам? Оранжевые. Итак. Не допрыгнул, вернись. Ну это обидно. Ну, нечестно. Ладно, у меня летающий костюм есть, у меня есть идея. Петь. Фух, забрал, хорошо. Пошли дальше. Чуть не упал. Так, понятно, сейчас ты нужен. Фух, я думал, сейчас опять упадет. Видишь, монетки немножко, но магнитятся. А эти нет. Только те, которые сбоку были. Тоже монетки странные. Чего? Как это строим, чтобы Бэтмен мог подняться, и вон тот бочонок ломаем, и это... Ведь монетки попадали, это чтобы мы на ту сторону перебрались. Что за прикол, а? Ой, извини. Опять извини. Не работает, ладно. Хоть... Так, это достал. Нет, здесь мы ничего не сделаем. А почему тут нарисован, что только Бэтмен может двигать вот эту вот? Что за прикол? Нет, ты там перебирайся сам, я вот этим вот заниматься не буду. Докрутился. Так, уйдите, господи. Так, он там вообще идет, или мне его надо перебрать? Ой, пошел ты в жопу, не понял. О, услышишь? Я ее только увидел, она мне уже в морду. Нормально? А, все, ты такая легкая? Женщина. Чё, кошка? Она больше кошка, чем женщина, знаешь. Ой, там костюм Робина. Причем для... Вот там вижу фиолетовую монетку. Была, но я не могу достать. Интересно, чё Робин тормозит? В чем проблема сюда добраться? Ну, опять этот пингвин вонючий. Так, ладно, давай-ка. Я не могу переключиться тут, понятно. Ну вот, элементарно же, прыгнул и примагнитился. В чем была проблема? Самому это сделать, господи. Спуститься хоть сам сможешь. Это бесполезно. Дай-ка давай. Так, оп. Сейчас я тебя... Построю, чтобы ты мог долезть на мне на канате. Давай так. Так. Хорошо. Фу, бои тут, конечно, круче, чем в Mortal Kombat. Так, уйди. На. Идешь ты, не? Хорошо, а то я думал, он меня взбесит решил. Так. Вонючие турникеты, а. Да откуда здесь крыс-то столько? Кто там дерется? С кем? Так, нет, Робин, иди сюда, во-первых. Ведь не допрыгнул, ну и ладно, не очень-то хотелось. Все, пускай он переключается, а мы пока вот так сделаем. Ну спустись, господи. Ты думаешь, я случайно упал? Так. А, они вот девушку грабят, ну иди, помоги. 3 из 25, нет, все-таки про 25 человек, это я был прав, что надо 25 людей освободить, но как-то до хера. И не кажется? Дамочка, подождите, подскажите, как мне отсюда выбраться теперь? Господи, Бэтмен дурачка опять валяет.
А как мне забраться? Через газ? Через газ это плохая идея. Надо каким-то образом наверх залезть. Не, подожди. Сначала мне надо так взять этот костюм. Взять этот костюм, здесь забраться магнитами, потом здесь опустить лестницу, и потом взять обратно тот костюм. И после этого я возьму Бэтмена, костюм взрывной. Так. Да что вы лазите-то туда-сюда-то, а? Хорошо. Вон он, вижу. Все, аккуратно, тут все ломай. Хорошо, надеюсь, мне летающий костюм больше не понадобится. Так, так. Ой-ой-ой, со стекла я еще скальзываю, здорово. Так, вот здесь Робин должен. А все, все остальное у нас есть, давай. Ну, делай. Вот здесь ты должен реагировать, у тебя костюм робота. Фу, управляющему роботу. А, сначала, наверное, я должен вот так. Вот так. Вот так. Собрать машинку, после этого я смогу ее фига заморочились, конечно. Верни, верни, верни. Хорошо. Ну здорово, тут. А тут стрелка нарисована. О, я могу. Да, но не сильно-то. Могу залезть на машинку и с машинки прыгнуть. Нет, фиг там. Ладно, значит, там нужен высоко прыгающий. О, сейчас еще монетки вот таким образом собирать. Да-да, кнопки я нажму, сейчас подожди. Ща-ща-ща-ща-ща, монетки надо только собрать. Все, есть, аккуратно. Да, тут попробую еще заехать, конечно. Оп, и второй. Спасибо, хоть не на время, а. Так, теперь берем Бэтмена и взрываем бочонки. В чем цель, я пока что-то не понимаю, и зачем это все. Нет, ты же зачем это сделал? А чё второй бочонок не взорвался? Второй почему-то бракованный оказался. А, не, китайский. Вертолетик? Ой-ой-ой, а чё за звездные войны начались? Хера себе, ты взлетел. Куда ты на снижение идёшь? Бег, бег. Ах вы уроды! Уже почти 100 тысяч монет уже почти. А как мне слезть? А, все. Сломал. Упс. Жалко, конечно. Но в целом он не очень-то и хорошо летал, честно говоря. С одной крыши на другую и все. Давай строим. Рычаги, серьезно. Просто в стене решил рычаг построить. Молодец, что. Бэтмен одним словом. Так, ну там стекло, надо его разбить. У нас сейчас нет этого костюма Бэтмена. Господи. Что на черной кошке, что ли, открыли? Ой-ой-ой-ой-ой, куда-куда-куда? Так, есть. Добили, но я ничего тут не вижу. О, спасибо. Так, посветлее. Монетка чуть не упала. Хорошо. Так-так-так, здесь тоже что-то есть. Вот смотри, куда мы там двигаемся, фиг его знает. Хорошо. Так, не-не-не, подождите, подождите. Тут внизу еще есть. Хорошо. Ну, у нас уже почти 110 тысяч, ну куда? И до сих пор мы не... Нахер по веревке прыгаешь, когда я по ней ползу. Почти 110 тысяч собрали, у нас даже супергерой пока нет. Кошка. Кошка. Спасибо. Вы имели в виду пусти, что ли? Подожди. Мы сдеремся с ними через стекло. О, стекло он решил выбить после того, как уже все внутри побил. Молодец. Гениально. Сколько за ним можно бегать? Слушай, уже сколько? 20 минут и тупо за кошкой бежим. Ты вон сколько крыс убил. Одну из них возьми в мышеловку, положи и кот прибежит. Нет, это не так работает. По-моему, наоборот должно работать, да? Да уйди ты, уйди. Господи, опять мыши бегают. Ну чё ты приперся? Сиди в задницу отсюда. Так-так-так-так-так-так-так. Я тебя еще ударю, на. Заколебала. Так. Хорошо, еще монетки. Так, иди сюда. На, на. Не, она куда-то в другую сторону ушла. Я за ней еще должен гонять, что ли, а?
Ну хотела драться, ну давай, я тебе X3 уже сделал. Это падла. На, падла. Где ты? Иди сюда. На. Ах ты выбесишь меня сейчас. Хорошо, я тебя понял. На. А что не работает? Она мне будет бумеранг сломала. Слышу, вот Терри, иди сюда. Сейчас еще за бумеранг ответишь. Вон ты, на ее тоже сломай. Нельзя. Так, а ты где? Лови. Нельзя. Так, сначала мы... А, этот уже сдох почему-то. Заколебал, я реально за тобой шли гоняться должен. Так, я понял. Обманула. На. А, не сработал, серьезно, блядь, был. Опа, она хлыст достала, слышишь? Это что из извращения, а? Кожаная... Думаешь, если кожаная маска у нас двоих есть, можно хлыстом бить? Не-не-не, подожди, дождись. Иди сюда, мы еще не договорили. Сейчас, подожди. На. А нельзя, смотри. А нельзя, блядь, бумеранг на нее не целится. Наверное, бандиты должны появиться, да. После того, как мы их побьем, тогда уже ее можно будет добить. На, на, иди сюда. Где? А, где ты? Опа, где она? А, слышь, ты уже наверх успел зайти. Так, ты меня не раздражай, хорошо? Раз, два, давай, третий. Да слезь ты. Так, и лезут, лезут сверху, я уже вижу. Давай. На, первый, второй пошел. Так, сюда залезла. Да ты бесишь. На. Я до конца думал, что он отпустит ее. И уже хорошую шутку подготовил. Но, видно, не судьба. Значит, если в следующий раз в какой-нибудь игре кто-нибудь кого-нибудь отпустит, тогда скажу. А сейчас уже нет убежища, пошли. Так, что нам надо? В магазин сходим, что-нибудь купим, сохранимся и пойдем. На этом все, точнее, завершим. Где у нас кто-нибудь есть? Так, нет. Кто там третий? Самолет был? Да, самолет. Ой, я забыл, что ты у нас тоже есть. Так. Это кто? Бэтмамочка или кто? Так, Бэтмен, Бэтгерл. Да-да. Ну, со зрением у нее явно плохо. Как можно было бежать и упасть? Так, побежали сюда. Ой, по-моему, там целая Бэт-семья была. Там еще типа Робин, но был постарше, типа Робин, но поталантливее, что-то такое. Так, персонажа, блин, хорошо. Найтвинг. Мне интересно, кто это. Нет, подожди. Почему он так дорого стоит и чем так пафосно выглядит? Как из Геройской Академии. Подожди-ка, назад. Ага. Сейчас раскроем загадку, кто ты такой. А ну. Ну, открывайся. Персонажи. Вот кто это такой? Это вообще что за хрен? Ну, это, по-моему, из Бэт-семьи, как я говорил, как Робин, но постарше. Где ты? Иди сюда. Бэтмен где-то еще пропал, господи. Ты где там катаешься? О, вот он, иди сюда. Да, с палочкой. Ой, извините, все. Ну, у них и у всех, я так понимаю, бумеранг есть, правильно? У них всех плохо со зрением. Ну, понятно, почему, смотри, у них даже зрачков нет. Прыжки. Понятно. У них у всех проблемы с ударами в прыжке. Альфред, что ты делаешь вообще? Давай завершим, это уже странно. На этом все, все ссылки в описании. Любой контент, посылай, что видео продвинется дальше. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующую серию. На этом все, скоро увидимся.